Шанс получить заветное рабочее место – главная цель проведения ярмарок вакансий. В 2018-м Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома решило внести некоторые изменения в формат таких мероприятий. Теперь на встречу с теми, кто ищет свой профессиональный путь, приезжают представители отдельных организаций. Открыла цикл мероприятий «Совместное общество с ограниченной ответственностью Банше». Когда мы видим, что вакантных мест много, и это массовый набор людей, в этих случаях мы всегда идем на встречу предприятиям и организуем дни предприятий. У нас проводились такие дни предприятия, правда, в 2016 году. В 2017 году у нас больше проводилось ярмарок вакансий. Ну, по мере обращения нанимателей, если они к нам будут обращаться, мы всегда готовы помочь и проводить эти дни. Совместное общество с ограниченной ответственностью Банше относительно молодое предприятие на промышленной карте Брестского региона. Однако сегодня его знают далеко за пределами области. Авторитет и перспективность производства подтверждает тот факт, что в ближайшее время здесь появится новый цех, куда и требуется более полусотни новых специалистов. День Банше был посвящен найму работников для трудоустройства в нашем новом четвертом производственном корпусе, который мы вводим в эксплуатацию в феврале 2018 года. Значит, КБ корпус предполагает наличие 4 дополнительных бригад с численностью рабочим в каждом 20 человек. Соответственно, как бы, что сейчас для увеличения нашей штатной численности мы проводим данный день Банше в Управлении по труду и занятости. Продолжит цикл встреч предприятия «Анрекс». Открытый диалог с работодателем пройдет уже в начале февраля.